Buenos días, amigos. Я наконец-то нашел песню для новичков, благодаря которой вы можете дико быкануть. Нет никакого баре, но все будут думать, что вы прям мастер дока. Порвете, короче, зал, насыпите в кратер идеально. Будут у вас и сексы всякие, и чего только не будет после того, как вы сыграете эту песню. Смотрите, как все просто. Прямо невероятно. Останется нам мчится корабль навстречу волнам. Короче, и так всю песню. Это рай в шалаше, песня для девочек. Мальчики могут исполнять девочкам. Вот сексы обеспечены. Море сексов. Поэтому показываю, как это все играется. Ну просто, ну невероятно. Нам всего лишь нужен аккорд АМЕ, он же ля минор. Все очень просто. Потом нам нужен аккорд АМЕ с басом СОЛЬ. Просто добавляем мизинец на третий лад, шестая струна. Вот такая штука у нас. Дальше у нас аккорд, ну назовем его РЕ. В общем, убираем этот палец. И вот этот ставим вот сюда, на второй лад, шестая струна. Все остальные позиции остаются на месте. Потом просто раз вот так вот поставили. Следующий аккорд это аккорд СОЛЬ. Его, в принципе, все умеют ставить, только вот без нижней струны. Следующий аккорд, это у нас, назовем его фа диез. Мы просто зажимаем на втором ладу шестую струну. Ну, а у нас вот эти не играют, просто по верхним бьете вот так. И аккорд ЕМ, и все. И вы можете ляжем на весла. Кто и не мечтал в этой жизни хоть раз все отправить к чертям, в одиночку пройти океан, посвящая сверкающим звездам, строчку за строчкой, целый роман. Еще, кстати, можно в процессе, когда ставите аккорд вот этот фа диез, да, можно еще и фак показать всем. Типа играете там, ну кто-то вам не нравится, короче, вы хотите секс с девочкой, для нее поете, а еще там есть другой чувак, который тоже хочет с ней секс. И вы можете вот так спокойно играть. Все, идеально, но она просто будет ваша. Отвечаю в натуре Вася. Насыпите в кратер, нарубитесь хрящей и все такое. Так что, как вы знаете, Сапрыкин говна не посоветует. Учите вот такие песни. Единственное только, что здесь у вас могут возникнуть проблемы вот с таким боем. Но он очень простой, это даже не галоп какой-то, а полуголопчик. Так что, вот видите, какие песенки. Вы, кстати, напишите в комментариях. Может быть, еще вам подобных песенок подсыпать. Короче, давайте, если будет тонна комментариев, самое главное, 800 тысяч миллионов лайков. Нет, давайте сделаем так. 2000 лайков, и я еще одну песенку для насыпания в кратер, специально для новичков, без баре, нахожу, и все девчонки будут исключительно вашими. И вот секс, короче, будет благодаря Сапрыкину, вы представляете? А если у вас его еще никогда в жизни не было, и благодаря мне он случится, то... Слушайте, ну с вас тогда, я не знаю, да, 2000 лайков. Все, на этом мы порешили. До новых синяков.